В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии Денис Семяшкин. Мы вспомним основные события прошедших 7 дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Освещение улиц в Нарьян-Маре. Когда придет тепло в дома горожан? Постановка в очередь на жилье, работа управляющих компаний, выдача лицензий на рыбную ловлю. Эти и другие вопросы поступили в ходе прямой линии губернатора Ненецкого округа. За 50 минут прямого эфира на радио Нарьян-Мар-ФМ Игорь Кошин ответил на 15 вопросов. География звонков впечатляет. Вопросы поступали не только от жителей окружной столицы, но и из Великовисочного, Красного, жителей Нельминоноса и других населенных пунктов. Начало сентября – это не только начало нового учебного года, но и начало нового этапа в жизни региона, в который он входит с определенными достижениями. Это как человеческая жизнь, так, собственно говоря, и наш Ненецкий автономный округ. Мы должны планировать его будущее. Мы должны, живя в настоящем времени, в любом случае планировать будущее. У нас есть ряд точек роста, по которым сегодня мы двигаемся. И, безусловно, это такие стратегические проекты. Безусловно, то, что отразится в дальнейшем на казне нашего округа, на наших доходах окружных, это вопросы, связанные с недропользованием. У нас сегодня есть сильный проект совместного предприятия «Башнефть» и «Лукойл» от «Востокнау». Вот осенью должны быть получены уже результаты тех пробуренных скважин, результаты геологоразведки уже более практичные. И тогда мы поймем, появляются ли у нас новые блок крупных месторождений для освоения. У нас очень активно сегодня растет «Башнефть-Полюс» по добыче трапезитова. Вы знаете, что недавно прошел аукцион на распределение двух газовых месторождений, и в этих месторождениях победил «Газпром». То есть у нас появится еще один недропользователь. Ну, а что касается вопросов, не связанных прямо с недропользованием, конечно, это глубоководный порт в Индиго с отрезком железной дороги Сосногорск-Индиго. Безусловно, более ближайший проект и уже в стадии реализации – это автомобильная дорога Нарьян-Мар-Усинск. Причем мы с нашими коллегами из Республики Коми двигаемся навстречу друг другу. Безусловно, хотелось бы двигаться еще большими темпами, но хочу напомнить, что сегодня мы практически… Значит, данную дорогу строим непосредственно, практически полностью за счет федеральных средств. Мы активизировали работу с федерацией, и если в 2014 году не получили практически ни копейки с федерального бюджета, то в 2015 уже получили почти там полмиллиарда рублей, в этом уже получим под миллиард, то есть 800 там чем-то уже получили, в том числе на строительство автомобильных дорог, на строительство объектов социальной инфраструктуры. Но я надеюсь, что мы доведем эту цифру до 1 миллиарда рублей. Те стратегические проекты, по которым сегодня двигается Ненецкий округ, будут локомотивом региона в дальнейшем развитии. Кроме того, отметил Игорь Кошин, необходимо продолжать работу над обеспечением людей рабочими местами и продовольственной безопасностью региона. Впрочем, и здесь есть положительные моменты. В первом чтении принят закон округа о квотировании рабочих мест. Ведется профподготовка по востребованным в округе специальностям в области сельского хозяйства. Наряду с существующей поддержкой появилась и субсидия для тех, кто выращивает овощи в открытом грунте. В ходе прямой линии житель округа Александр попросил главу региона обратить внимание и на проблему с выдачей лицензии на любительское рыболовство. Скажу вам честно, детально разбирался в этом вопросе. Стоит задача перед профильным департаментом, а конкретно перед Белаком Олегом Ануфриевичем, он сегодня отвечает за этот вопрос, о том, чтобы в целом полномочия Северовода по выдаче забрать на территории округа каким-то соглашением. Но почему в этом году у нас это не получилось? Потому что Северрыбвод сегодня, вот это ФГ, значит, федеральное государственное бюджетное учреждение, находится в процессе реорганизации, оно уходит в Питер. Поэтому сейчас мы уже отрабатываем с Питером, чтобы нам со следующего года эти лицензии забрать и выдачу сделать на территории округа. Причем рассматриваем различные варианты. Я попросил специалистов подготовить различные варианты. Дело в том, что на территории других субъектов даже еще разыгрываются лотереи.
Не обошлось и без вопросов, касающихся коммунальной сферы. Отсутствие отопления в домах на улице Пионерской, детских площадок и освещение улиц, в частности, на лесозаводе. Вы знаете, правильный вопрос вы задаете, и по освещению мы сейчас вот осенью, наверное, обратили внимание, несколько дней у нас были сложности с освещением вдоль дорог, но вот сейчас наш окружной департамент отработал. Давайте так, что касается детской площадки, я посмотрю, что там можно сделать, учитывая, что у нас все-таки большое количество там живет самостоятельных людей, и у них есть детки, и вполне возможно мы привлечем какие-то внебюджетные источники. Что касается освещения, ну, настоятельно попрошу руководство нашего все-таки города заняться своими прямыми обязанностями, потому что мы когда в свое время принимали 95-й закон, и город больше всех возмущался, его это не устраивало, цель была очень простая. Снять те полномочия, на которые нет финансовых ресурсов, а оставить те, которыми непосредственно должен заниматься город. Большая часть вопросов, поступивших в ходе прямой линии, носили частный характер. По ним будет вестись индивидуальная работа. Игорь Кошин отметил, что открыт для общения с жителями региона. У нас действительно особый округ. Мы все открыты, все на виду. И, что очень важно, мы друг друга видим на улице, встречаемся на различных мероприятиях. Ну, а сейчас погода стоит осенью. Осень вроде началась, но погода шикарнейшая. Мы встречаемся на улицах постоянно. Это здорово. Я всегда выступал за прямой диалог. Кроме того, отметил Игорь Кошин, принципы работы в общении с жителями региона будут меняться. Прямые линии будут проходить чаще. Более того, на них будут приглашаться руководители подведомственных департаментов. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». «18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Седьмые по счету, но первые для Крыма и Севастополя. Первые выборы в Госдуму, которые пройдут не в декабре, а в сентябре. И это далеко не все их особенности. Мы попытались разобраться во всех нюансах выборной кампании 2016 года». Согласно указу президента России Владимира Путина, подписанного 18 июня 2016 года, выборы в Государственную Думу состоятся 18 сентября. С момента публикации указа началась избирательная кампания. В Ненецком округе старт избирательной кампании дали в региональном избиркоме, проведя специальное совещание. На нем рассмотрели ряд организационных вопросов. В том числе члены избирательной комиссии согласовали решение о количестве подписей, которыми необходимо заручиться кандидату-самовыдвиженцу. В соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы, если в избирательном округе проживает менее 100 тысяч избирателей, то самовыдвиженцам необходимо заручиться поддержкой не менее 3 тысяч человек. В Ненецком округе по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 33 тысячи избирателей. Соответственно, кандидату, который решился выдвинуть свою кандидатуру в порядку самовыдвижения, пришлось собирать утвержденное количество подписей. Что касается политических партий, то без сбора подписей в выборах депутатов Государственной Думы имеют право участвовать 14 из 75 зарегистрированных в России партийных объединений. Кроме того, на заседании избирательной комиссии были утверждены рабочие группы. Первая – об информационных спорах, вторая рабочая группа занялась приемкой и проверкой избирательных документов. В ее состав, помимо представителей избирательной комиссии и других структур, вошли специалисты-почерковеды. Потому что все подписи, и то есть вот если касаемо документов, да, которые для регистрации сдают самовыдвиженцы, а это в первую очередь, чем они отличаются от кандидатов-одномандатников, тем, что они предоставляют подписные листы с подписями. И все подписные листы, скажем так, вот если мы назвали количество 3000 подписей, они будут все проверяться на предмет действительности или недействительности, достоверности или недостоверности экспертам-почерковедам. Возвращение смешанной системы формирования парламента делает предстоящие выборы особенными. Половину мест, 225 из 450 в Новой Думе, займут одномандатники, которые одержат победу в своих округах. Другую половину кресел поделят партии в соответствии с числом набранных голосов. Точно такая же модель была на парламентских выборах в период с 1993 по 2003 годы, а в 2007 и 2011 годах россияне голосовали только за партии. Отличительная черта нынешней думской кампании – ее высокая конкурентность.
реальность. За 450 мест в Госдуме поборется более 6500 кандидатов. Конкурс на выборах таким образом составит 14,5 человека на место. Это больше, чем в прошлый раз. В 2011 году в парламент баллотировалось 3087 кандидатов. Что касается одномандатников, то суммарно по всем 225 округам зарегистрировано около 2100 кандидатов. В среднем почти 10 человек на место. Еще одно отличие – стало больше партий. Участников парламентской гонки 2016-го ровно в два раза больше, чем в 2011 году. Тогда в стране де юре существовало всего 7 партий, и все они шли в Думу. В нынешних парламентских выборах по списку участвуют 14 партий. Каждая политическая партия представляет Центральную избирательную комиссию России список, состоящий не менее чем из 200 и не более чем из 400 кандидатов. В данном списке партии должна быть отражена так называемая общефедеральная часть. Она не может превышать 10 кандидатов. Может быть один кандидат, может быть максимум 10. И, соответственно, внутри списка есть уже так называемые региональные группы. Данных региональных групп не должно быть менее 35. Эти региональные группы должны охватывать всю территорию Российской Федерации без исключения. 18 сентября этого года жители Ненецкого округа выберут одного кандидата. Он будет представлять интересы нашего региона в качестве депутата Госдумы в Москве. Кандидаты по одномандатному избирательному округу могли пойти на выборы как от политических партий, так и в роли самовыдвиженцев. То есть 225 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. И, соответственно, 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам. Средняя норма представительства в одном одномандатном избирательном округе порядка 500 000 избирателей. В связи с этим при нарезке одномандатных избирательных округов таким субъектам федерации, как Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в качестве исключения было выделено по одному одномандатному округу. 4 ноября 2015 года президент Владимир Путин подписал федеральные законы об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы и о внесении изменений в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Схема одномандатных избирательных округов утверждена федеральным законом сроком на 10 лет. Нарезка их произведена таким образом, чтобы обеспечить относительно равное представительство избирателей в каждом из них. В Ненецком округе образован одномандатный избирательный округ номер 221. Новшества в предстоящую выборную кампанию ждут и избиратели. В частности, они касаются тех, кто имеет временную прописку по месту пребывания. Граждане, имеющие временную регистрацию на территории Ненецкого округа, смогут проголосовать не только за федеральный список кандидатов, но и за кандидатов-одномандатников, правда, при соблюдении определенных условий. Для этого необходимо было написать заявление в соответствующую территориальную избирательную комиссию. Он получает право проголосовать не только по федеральному избирательному округу, по партийным спискам, по бюллетеням, да, в которых указаны партийные списки, но в том числе у него появляется право проголосовать и по одномандатному избирательному округу и получить избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу номер 221. Голосовать граждане, имеющие временную регистрацию по месту пребывания на территории Ненецкого округа, будут на избирательном участке во Дворце культуры «Арктика». Жители Ненецкого округа смогут проголосовать на выборах в Госдуму за пределами региона. Специальной связью из Центральной избирательной комиссии в Нарьинмар доставили 500 экземпляров открепительных удостоверений. Посылка пришла под грифом «Секретно» с пометкой «Выборные». Открепительное удостоверение – это бланк строгой отчетности. Они поступают к нам централизованно из Центральной избирательной комиссии, изготавливаются они там. В свою очередь избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, то есть избирательная комиссия Ненецкого автономного округа, передает эти открепительные удостоверения в территориальной избирательной комиссии. Ну и, соответственно, территориальная избирательная комиссия по истечении времени периода, в которой открепительные удостоверения выдаются в наших комиссиях, выдают их, передают в участковой избирательной комиссии. До 6 сентября документ можно было получить в здании мэрии в поселке Искатели. До 17 сентября удостоверения будут выдавать в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Обязательно избиратель, приходящий за открепительным удостоверением, должен паспорт предъявить, свой паспорт. Вот. Избирательная комиссия проверяет наличие данного избирателя в списке избирателей и, соответственно, выдает ему открепительное удостоверение.
Для тех, кто проживает или работает в труднодоступных местностях, в Ненецком округе организовано досрочное голосование. В досрочном порядке голоса за кандидатов и партии отдадут свыше 5000 избирателей. Транспортные услуги по организации и проведению выборов окажет Наринмарский объединенный авиаотряд. Всего запланировано 27 вылетов. По информации избирательной комиссии Ненецкого округа, участие в голосовании примут 5 оленеводческих хозяйств и 9 семейно-родовых общин, которые представили координаты кочующих бригад. График вылетов к нефтяникам сформирован с учетом перевахтовки работников. Перевахтовка основная на 15 сентября запланирована, поэтому у нас основная масса полетов будет проходить 16-17 сентября по нефтяникам. Потому что вахта сменилась, они улетают домой, то есть дома спокойно голосуют, а уже на месторождении те, кто залетели, вот и будут 18 сентября находиться на нефтепромысле. Члены участковых избирательных комиссий побывают на 23 месторождениях, в том числе на морской ледостойко-стационарной платформе «Приразломная». Первыми участие в досрочном голосовании приняли нефтяники, работающие на Восточно-Сартаюском месторождении. Для проведения голосования выбрали одну из комнат в производственном помещении перед началом проведения всех необходимых организационных процедур. Мы его закрываем. Будем его пломбировать. Татьяна Макарина в выездном досрочном голосовании принимает участие уже во второй раз. Говорит, что работать приходится буквально в полевых условиях. Быстро на месте ориентируемся, что куда аппаратуру поставить, ящик, что еще, ширма, это тоже должно быть какое-то место распределить. С технической стороны досрочное голосование мало чем отличается от обычных выборов. Избиратель точно так же предоставляет паспорт, его данные вносятся в списки избирателей и получает бюллетень. Всего на Восточно-Сартаюском месторождении за полтора часа проголосовали 35 человек. Дальше выбранный вертолет держит путь на месторождение имени Растихина. На месторождении голосуют вахтовики из Башкирии, Мурманска, Дагестана и Архангельска. Из числа жителей Ненецкого округа всего 4 человека. Среди них Дмитрий Белянин. Сразу приехали. Можно сразу проголосовать на рабочем месте, не пропустив этого долг свой. Всего на месторождении имени Расихина проголосовали 39 человек. После опечатывания урны, сбор документов, оборудования и в путь. Бюллетени, которые были опущены в урны на месторождениях, будут находиться в них до 18 сентября. Бюллетени достанут только во время подсчета голосов. Аукцион на оказание транспортных услуг по организации и проведению выборов, объявленный окружным избиркомом, выиграл Наринмарский объединенный авиаотряд. Стоимость его услуг составит 13,2 миллиона рублей. Дополнительно 5 миллионов выделено на полеты в стойбище оленеводов. Мероприятие финансируется за счет федерального бюджета. На выборах в Госдуму будет организовано голосование на дому для категории граждан старше 80 лет, а также для тех, кто по состоянию здоровья не сможет самостоятельно добраться до избирательных участков. Голосование на дому проводится по заявлению граждан и будут принимать до 14 часов дня голосования. Всего в Ненецком округе будет действовать 51 избирательный участок, 11 в городе, еще 5 в поселках Искателей и 35 в сельских населенных пунктах. На трех участках в Наринмаре номер 47, 48 и 50 будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней КАИБ-2010. На избирательных участках избиратели Ненецкого округа получат на руки по 2 бюллетеня. Избирательные бюллетени выглядят у нас следующим образом. Один избирательный бюллетень на избирательных участках избиратели получат по федеральному избирательному округу, где будут указаны наименования партии, эмблемы и лица, которые входят в общую федеральную часть списка, а также будет указана региональная группа, в которую территориально входит Ненецкий автономный округ, и фамилии представителей данной партии. Отличие избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу состоит в том, что здесь будет в алфавитном порядке располагаться фамилии, имена и отчества кандидатов, которые зарегистрированы по одномандатному избирательному округу номер 221. Вот таким образом он выглядит. Здесь располагаются сведения об кандидате, кратко его биографические данные, положение, которое он занимает, место работы, для того, чтобы избиратель смог определиться со своим выбором. На выборах в Государственную Думу будут работать наблюдатели. Внесенный в федеральный закон поправки ограничивают число наблюдателей, не более 2, которых может назначить в каждую избирательную комиссию зарегистрированный кандидат или политическая партия. Их список с указанием фамилии, имени и отчества каждого наблюдателя, адреса места жителя, номера избирательного участка и наименование комиссии подается в соответствующую избирательную комиссию не позднее, чем за 3 дня до дня голосования. Одно лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдатели вправе осуществлять фото- и видеосъемку. В
следующее нарушение наблюдателем избирательного законодательства, его удаление из помещения для голосования возможно только по решению суда. Кроме того, федеральный закон предусматривает, что кандидат или избирательное объединение вправе прекращать полномочия назначенного ими члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового в ту же комиссию не более 5 раз. В единый день голосования задействуют более 140 сотрудников окружной полиции. Ведомство будет обеспечивать безопасность проведения выборов и осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка. Также помощь будут оказывать сотрудники добровольных народных дружин и частных охранных организаций. Сотрудники ОМВД России по Ненецкому округу в период проведения выборов будут нести службу в усиленном режиме. В день голосования на каждом избирательном участке, всего их более 50, полицейским будет проводиться досмотр граждан металлоискателями. Также в единый день голосования без внимания полицейских не останутся населенные пункты. В тех селах, где нет участковых либо сотрудников полиции, будут откомандированы с управления сотрудники. Таких сел у нас порядка 20 на сегодняшний день. Вот. Но в целом проведению выборов управления внутренних дел по Ненецкому автономному округу готово. Непосредственно перед проведением выборов все избирательные участки будут еще раз обследованы на предмет отсутствия взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов. С этого момента начнется непрерывная полицейская охрана всех избирательных участков. Напомню, что единый день голосования пройдет 18 сентября 2016 года. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю.